Здравствуйте, мальчики и девочки! А это я, ваш друг, клоун Антошка. Правая рука, левая рука, нос, рот, глаза, лицо. Ребята, а вы помните, как все эти слова будут на английском языке? Что? Не слышу. О, забыли! Ах! Ничего страшного! Предлагаю вам сегодня вспомнить все эти слова, посмотрев передачу. Итак, внимание! Давайте посмотрим. Hello, boys and girls! Здравствуйте, мальчики и девочки! Привет, привет всем! Мяу, hello! Hello, boy and girls! Boys and girls. Boys and girls. Здравствуйте, в общем, все. Сегодня я предлагаю вам познакомиться с названиями частей тела. Вот лицо по-английски будет a face. A face. Попробуйте повторить. A face. Правильно. Следующее новое слово у нас с вами a nose. A nose. А вот глаз у нас будет an eye. An eye. А во множественном числе eyes. Eyes. An eye. Попробуйте повторить. An eye. An eye. A mouth. Рот. A mouth. A mouth. A mouth. A mouth. A mouth. A hand. Рука. Meow. A hand. A hand. Hands. Руки. Hands. 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 Foot. A foot. Ступня. A foot. 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 A foot. A foot. Правильно. A leg. Нога. A leg. A leg. A leg. Ну что ж, а сейчас давайте повторять наши новые слова за клоуном Антошкой, как обычно. Здравствуйте, мальчики и девочки! Это я, ваш друг, клоун Антошка. Вы готовы повторять слова за мной? Не слышу? Готовы! Ну тогда вперед! Первое слово. A face. A face. Ну-ка, дружнее. A face. Молодцы! A nose. A nose. Здорово у вас получается! A mouth. A mouth. A mouth. An eye. An eye. An eye. Eyes, eyes, eyes. Дружнее, малыши, повторяйте. A hand, a hand, a hand. Hands, hands, hands. A leg, a leg, a leg. A foot, a foot, a foot. Молодцы, малыши! Здорово у вас получилось! А сейчас нам пора прощаться. До новой встречи! Пока, ребята! Ну что, чтобы немного взбодриться, давайте послушаем веселые песенки. Аф, давайте, давайте, песенки послушаем. Да. Мяу! I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? How are you? How are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? I like to
travel very much. I like, I like, I like. I like to travel very much. I like, I like, I like. I like to travel by plane. I like, I like, I like. I like to travel by car. I like, I like, I like. I like to travel by plane. I like, I like, I like. I like to travel by train. I like, I like, I like. I like to travel by car. I like, I like, I like. And what do you like? What do you like? What do you like? А сейчас пришло время записать новые слова в словарик. Итак, первое новое слово. A face – лицо. A face. An eye – глаз. An eye. Eyes – глаза. A nose – нос. A nose. A mouth – рот. A mouth. A hand. A hand. Рука. Hands. Руки. A foot. Ступня. A leg. Нога. A leg. Ну вот, ребята, а сейчас наш урок подходит к концу. И нам пора прощаться. Всего вам самого доброго, малыши. До новых встреч!